Многие сегодняшние процессы становятся понятнее, если вспомнить недавнюю историю. Об этом президент Путин говорил с немецкими журналистами газеты «Бильд». Интервью наделало много шума. И потому, что «Бильд» газета рассчитана на широкую аудиторию, и потому, что она остро критично настроена ко всем и вся. Интервью вышло в трех частях. Журналисты поинтересовались, если Путин считает все происходящее сейчас суммой ошибок Запада, то допустила ли и Россия какие-то ошибки за последние 25 лет? Да, допустила. Мы не заявляли о своих национальных интересах. А нужно было делать это с самого начала. И тогда, может быть, мир был более сбалансирован. Переломным моментом, который во многом сейчас определяет порядок жизни и в России, и в Европе, по мнению президента, стал 90-й год, когда карта мира изменялась, и идеология противостояния двух систем уходила в прошлое. Это никогда не было достоянием гласности. И вы будете первыми, и ваши читатели, которые об этом узнают. Это беседа 90-го года. Смотрите, что говорит господин Барр. Если при объединении Германии не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию. Это было сказано 26 июня 1990 года. Значит, господин Барр предлагал конкретные вещи. Он говорил о необходимости создания в центре Европы нового союза. Да, не должно двигаться, она не должна двигаться НАТО. Вся центральная Европа, включая Восточную Германию, либо без нее, должны были бы объединиться в отдельный союз с участием и Советского Союза, и Соединенных Штатов. И вот он говорит, НАТО как организация, во всяком случае ее военные структуры не должны распространяться на центральную Европу. Понимаете, он был очень умный человек. Он видел в этом глубокий смысл, был убежден в том, что нужно поменять формат абсолютно, уйти от времен холодной войны. И мы этого ничего не сделали. А когда Россия все же решила поднять голос в защиту своих национальных интересов на Западе, это вызвало удивление, смешанное с раздражением. У меня к вам совершенно прямой вопрос. Когда мы получим назад прежнего Путина? Я никогда не менялся. Во-первых, я чувствую себя молодым сегодня. Я был другом Шрёдера, я и остаюсь другом Шрёдера. Ничего не изменилось. Значит, а что касается отношений, то отношение к проблемам, ну, таким как борьба с терроризмом, они тоже не изменились. Вы меня спросили, ваш покорный слуга, друг или не друг? Отношения между государствами немножко строятся по-другому, не как отношения между людьми. Я не друг, и не невеста, и не жених. Я президент Российской Федерации, 146 миллионов человек. У этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. И мы готовы это делать не конфронтационно, мы готовы искать компромисс. Ну, конечно, на базе международного права, единообразно всеми понимаем.